Утром 26 мая в доме по второму Мелеховскому переулку города Ржева произошло возгорание. Из задымленного помещения в больницу с признаками отравления углекислым газом была доставлена 7-летняя девочка, которая вскоре скончалась. По факту гибели ребенка Ржевским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса. Следователями, криминалистами Следственного комитета проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые объекты, которые могут иметь доказательственное значение, допрошены очевидцы и свидетели. В ходе пожарно-технической судебной экспертизы выясняется точная причина возгорания. В ходе предварительного следствия будут устанавливаться все причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии. Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям, бездействиям органов профилактики, а также работникам контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности установленным нормам. Расследование уголовного дела продолжается.